Центр избиркоме Чувашии прошла жеребьевка по размещению кратких наименований избирательных объединений в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госсовета 6-го созыва. По результатам жеребьевки политические партии будут расположены в избирательном бюллетене в следующем порядке. ЛДПР – партия пенсионеров за справедливость в Чувашской республике. Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия». Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Чувашской республике. Чувашское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России». Чувашское РО РОДП «Яблоко». Сегодня прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании «Чувашии» и филиала ВГТРК «Чувашия». Напомним, в соответствии с выборным законодательством каждому зарегистрированному кандидату в депутаты Госсовета «Чувашии» по одномандатному округу полагается 1 минута 8 секунд. Партиям 21 минута 26 секунд эфирного времени на каждом из теле- и радиоканалов.